Оренбургская Собота зажгли вечный огонь у мемориала советским воинам, погибшим в тех местах годы Первой и Второй мировых войн. Только в апреле 45-го в боях за освобождение региона от нацистов погибли 1500 советских солдат и офицеров. С организатором торжественной церемонии выступило Российское историческое общество. В Словении исключительно бережно и чутко относятся к памяти павших в борьбе с нацизмом. Это единственная европейская страна, в которой за последние десятилетия был открыт памятник сынам России и Советского Союза, павшим на славянской земле в годы Первой и Второй мировых войн.